Средства массовой информации заполонили интернет сообщениями о возможном присоединении к БРИКС еще 3 стран – Саудовской Аравии, Турции и Египта. По словам президента международного форума этого объединения Пурниме Ананд, указанные страны уже находятся в процессе вступления. Именно поэтому присоединение их, а также Ирана и Аргентины, подавших заявки в конце июня, возможно в скором времени, в том числе и на следующем саммите группы в 2023 году. БРИКС – это, безусловно, сильнейшее объединение лидирующих стран на мировой арене. Именно поэтому сейчас наблюдается реальное проявление силы организации, в связи с чем есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка. Например, в вопросах обмена ресурсами, разработки торговых, финансовых и авиационных маршрутов. В настоящее время БРИКС представляет собой очень комфортную площадку для установления сотрудничества между странами и регионами из различных частей мира. Вот. И в этом смысле, конечно, вот такие страны, как Саудовская Аравия и ряд других стран, они действительно стремятся закрепить свою позицию на мировой арене. И вот их позиция по вступлению в БРИКС в данном случае абсолютно понятна и логична. Стоит отметить, что Турция, Египет и Саудовская Аравия – потенциально перспективные кандидатуры. Один из ключевых критериев для присоединения – это лидерство развивающейся страны-кандидата в своем регионе и в своей региональной интеграционной группе. Поскольку один из трендов развития БРИКС – это усиление сотрудничества с региональными институтами развития. С приходом новых членов БРИКС усилится прежде всего его экономическое влияние. По данным Всемирного банка, ВВП Турции в 2021 году составил 815 миллиардов долларов, Саудовская Аравия – 833 миллиарда долларов и Египта 404 миллиарда долларов. С присоединением всех этих стран к БРИКС общий ВВП объединения превысит 27 триллионов долларов. А как же изменится политическая ситуация в стране? Эти страны обладают сегодня очень существенным и экономическим, и политическим потенциалом. Вот. И, безусловно, тот вектор развития, который они выбирают, он очень существенно влияет на развитие и региональных, и международных отношений. Эти страны намерены сотрудничать с Россией активно, ну а это, в свою очередь, означает, что мы имеем вот как раз тот новый баланс отношений, о котором, собственно говоря, мы рассуждаем. По словам президента Международного форума Пурниме Ананд, вступление вышеописанных стран в БРИКС не должно занять много времени. А решение о вступлении некоторых государств может быть принято уже на следующем саммите БРИКС. Карина Саяхова, Универньюз.